Авиация – величайшее достижение человечества. Страна подвигов и героев, романтики и тяжелейшего труда. Мужество и героизм, бесконечная схватка жизни и смерти, невиданные рекорды, дерзновенные идеи. Долгий и славный путь прошло развитие российской авиации. Одну из ярких страниц в ее историю вписали выпускники Ейского летного училища. Наверное, нет в нашей стране человека, связанного с авиацией, который бы никогда не слышал о Ейском летном училище. Его выпускники – это первые герои Советского Союза, герои Российской Федерации и лучшие асы Великой Отечественной войны. Первопроходцы космоса, всемирно известные летчики-испытатели, летчики-космонавты, герои палубной авиации, крупные военачальники, руководители военно-воздушных сил страны. В Ейске все они когда-то учились и становились на крыло. Слава нашим выпускникам, элите военно-воздушных сил! Слава городу Ейске, нештатной столице военно-воздушных сил, городу авиационных тещ и невест! Ура! Мы гордимся училищем Ейским и традициям летным верны. А начиналось все 100 лет назад, когда в Петрограде на Гутуевском острове в присутствии великого князя Александра Михайловича Романова открылась первая в России офицерская школа морской авиации. Событие это было значимым. Шла Первая мировая война, и морские летчики нужны были стране. Именно эта школа стала родоначальником подготовки летных кадров для морской авиации России. Именно с этой Петроградской морской авиашколы и началась биография Ейского высшего авиационного училища. В морскую авиацию пришли высокообразованные интеллигенты, можем сказать, интеллигенты еще тех времен. Они создали школу морской авиации, которая перерастала затем уже в школу истребительно-бомбардировочной авиации, авиации сухопутных войск. Но начало было положено. Набирая темпы подготовки летных кадров, школа морской авиации, находясь в разные годы в городах Петроград, Баку, Оренбаум, Нижний Новгород, Самара, Севастополь, ковала летчиков, штурманов, техников. Настал день, когда ее самолеты взяли курс к берегам Азовского моря. К 1920 году школа стояла на пороге выполнения еще одной задачи – подготовки летного состава для авиации флота не только на гидросамолетах, но и на самолетах, взлетающих с сухопутных аэродромов. Немало интерес вызвало у жителей Ейска появление большого количества самолетов. Говорили всякое, даже не подозревая, что именно здесь, на северном краю Кубанских степей, на многие десятилетия бросит свой якорь школа морских летчиков. И надо сказать, что в 1931 году, несмотря на перебазирование, состоялся и выпуск, и набор. А уже в 1932 году школу инспектирует нарком обороны маршал Ворошилов. И вот удивительно. Школа, всего лишь год базирующаяся на новом месте, признается одним из лучших учебных заведений военно-воздушных сил РГК. Настойчиво изучали летное дело курсанты, совершали дальние перелеты, устанавливали авиационные рекорды. В числе первых ейские авиаторы осваивали Северный морской путь. Первыми они пришли на помощь экипажу и пассажирам парохода «Челюскин». Буквально через несколько дней после этого события была учреждена высшая степень отличия – звание Героя Советского Союза. Среди первых 7 летчиков, удостоенных этого звания, 4 – Лепедевский, Ливаневский, Молоков, Доронин – являлись воспитанниками школы морских летчиков.
На примерах своих старших товарищей училось и молодое поколение. Воспитанники школы морлетов, которая была к тому времени преобразована в военно-морское авиационное училище, мужественно сражались с добровольцами в небе Испании, помогали китайскому народу в борьбе за независимость. Смело вступали в бои в районе реки Халкин-Гол, показывали образцы героизма в войне с Финляндией. Генералы авиации, герои Советского Союза, истинные патриоты, выдающиеся люди страны. Именно из Ейска они начинали свой путь в небо. Вот в эту школу морских летчиков я попал по воле партии. Я учился 2,5 года, с отличием окончил школу военных морских летчиков. Нам тогда золотых медалей не давали, и меня наказали. Оставили в школе работать инструктором-летчиком. Немало ярких страниц писали воспитанники училища в героическую летопись Великой Отечественной войны. Тысячи его выпускников, не щадя жизни, стойко и мужественно добывали трудную победу. Уже с первых дней Великой Отечественной войны училище перестроило всю программу подготовки летчиков и всю жизнь на военный лад. Обучение курсантов, переподготовка летного состава, призванного из запаса, формировка частей для отправки на фронт, освоение новых типов самолетов. Начинается война, и буквально через месяц на вооружение училища поступает сразу 4 новых типа самолетов. Инструктора училищные переучиваются на них буквально за 1,5-2 недели и приступают к подготовке летчиков, прибывающих с запаса. Училище в 1941 году, это год, связанный с перебазированием и так далее, налетало 78 тысяч часов. В этом же году оно выпустило только летчиков-истребителей 1198 человек. Это не считая других курсантов, выпускников по другим профилям. Всего же за 4 года войны училище выпустило из своих стен 3517 летчиков, 157 штурманов, 392 авиатехника, сотни мотористов, механиков и других авиаспециалистов. В училище было сформировано и отправлено на фронт 9 авиаполков и 18 эскадрилий. Не жалея сил и здоровья, весь личный состав выполнял свой долг безупречно. Летчики, техники работают буквально на износ. Летчики не вылазят из кабины по 80 часов. Еще труднее приходится техническому составу. На их плечи ложится не только подготовка техники, но и подготовка самих аэродромов. Когда они спали, понять трудно. Рассказывая о войне, курсант той поры Владимир Стадник не устает повторять, что героями все они себя не считали. Да, было нелегко. Но тогда это было вполне естественным делом. «Хочу, не хочу» – таких слов не было. Слово «надо» перевешивало все человеческие желания. Войну просто меня сделали летчиком. На по-2 я лежал. Раненых возил. И на фронт патроны возил. Сбрасывал, где садиться можно было. Я садился, разгружали с самолета. А где нельзя, просто сбрасывали с самолета. За высокие успехи в подготовке летных кадров Ейское военно-морское авиационное училище имени Сталина одним из первых в 1943 году было награждено орденом Ленина. Несмотря на 3 перебазирования из Ейска в Моздок в 1941 году, в 1942 в село Борское, потом обратно в Ейск после его освобождения, остановки в выпуске летчиков не было. Хотя всякий раз на новом месте надо было основательно обустраиваться, готовить аэродромы, классы, жилье. В Ейск я прибыл в 1944 году в июне месяце, в середине июня. Нас расположили курсантский кубрик по улице Пушкина. Там находилось наше общежитие. И ходили мы на учебу. Бывшая сейчас мэрия города Ейска, это был учебно-летный отдел. Первый этаж улицы Карла Липнета и Свердлова был самолеты и двигателя, и моторов. Вверху второй этаж классы аэродинамики, самолетовождения, вооружение, вся подготовительная работа там производилась. Александр Бурмистров вместе с другими курсантами училища прибыл в Ейск из села Борское.
Повоевать, к сожалению, не пришлось, вспоминает он. Училище он окончил уже после войны. Но именно оно, говорит Бурмистров, закалило его характер, сформировало особый стержень отношения к жизни. Воспитало из мальчишки истинного офицера, человека, готового отстаивать мир и правду. Всеми силами отстаивал мир Эмилий Иванович Старостин. Служил, рассказывает он, под командованием дважды Героя Советского Союза Нельсона Степаняна, кстати, тоже выпускника Ейской школы морских летчиков. Командир полка Степанян лично вручал Старостину его первый орден Красного Знамени. За наших людей я сражался. За советскую власть. Я ж коммунист или не коммунист. Осиное гнездо сталинских соколов, так называли немцы Ейское авиаучилище, всеми силами пытаясь его уничтожить. В свою очередь, птенцы этого гнезда, как и все советские летчики, еще в начале войны дали клятву. Родина, пока наши руки держат штурвал самолета, пока глаза видят землю, пока в жилах течет кровь, мы будем истреблять фашистов, не зная страха, не ведая жалости, презирая смерть. Эту клятву они сдержали. За годы войны морской авиации произведено более 350 тысяч боевых вылетов, в ходе которых было уничтожено порядка 1500 вражеских кораблей. Больше половины из числа потопленных всеми силами действующих в то время флотов. Почти 80% летного состава авиации военно-морского флота составляли выпускники Ейского училища. У меня много товарищей по Ейскому училищу. Они прошли славный путь учебы. А потом, когда началась война, они прославили нашу Родину своими замечательными подвигами. Один из таких подвигов совершил воспитанник нашего Ейского училища, генерал-полковник, герой Советского Союза Преображенский Евгений Николаевич. В августе 41-го полк под его командованием, который почти полностью состоял из летчиков-ейчан, нанес первый бомбовый удар по Берлину. Это они радировали. «Слушай, Москва, под нами Берлин». Это они потушили его самодовольные огни. За годы Великой Отечественной войны более 200 ейских летчиков стали героями Советского Союза. Пятеро из них – Мазуренко, Кузнецов, Степанян, Раков, Челноков – дважды героями. 60 выпускников повторили огненный подвиг Гастелло. 33 совершили 35 воздушных таранов вражеских самолетов. Трудно выделить храбрейших из когорты храбрых. Вылетая на боевое задание, летчики не щадили ни своих сил, ни самой жизни. Застыли в строю отважные авиаторы, зачисленные навечно в списке частей морской авиации ВМФ. Победа. В разных городах и на разных фронтах встречали ее выпускники Ейского авиационного училища. Оно же продолжало готовить летные кадры, воспитывая курсантов на боевых традициях героев войны. На командные должности назначались летчики, имеющие богатый боевой опыт. Авиаторами-фронтовиками пополнялся и преподавательский состав. 1997 год. 50-летний юбилей со дня окончания училища отмечают выпускники 47-го года. Среди тех, кто приехал в родные пенаты, герои Советского Союза, генералы, известные люди страны. Традиция вот так встречаться со своей юностью, училищем, подарившим крылья, сильна у выпускников всех лет. И каждый раз не в силах сдержать они волнения и справиться с эмоциями. Вот мы, москвичи, генералы, полковники, выросшие за это время, сейчас все в отставке. Но у нас сохранилось великое чувство, значит, преданности этому городу, великое чувство дружбы. И самое великое чувство – это авиационная наша душа, которая нас сюда позвала. И мы очень рады встрече с вами и гордимся, что нас приняла Ейская земля, которая нас воспитала, родила и сделала большими людьми.
Много чего интересного поведали ветераны. Было что вспомнить, о чем рассказать. Чем гордятся они? Не своими высокими званиями. Здесь учили их быть настоящими летчиками, и они ими стали. И пока они будут в строю, они будут жить. Последний раз летал в день своего 70-летия, 27 июля прошлого года, на самолете Су-27 с Анатолием Квочером, этим великим нашим летчиком, которого знает весь мир, как пилотажника. Значит, выполнили мы с ним весь полностью комплекс, в том числе колокола. Я сам сделал, значит, 4 кобры. Первые реактивные самолеты серебристые МиГ-15 начали поступать в училище в начале 50-х, вспоминают ветераны. И они, как инструкторы, первыми осваивали новейшую технику. Школа штурмующих небо с каждым годом становилась все сильнее. Одновременно с ее развитием росли авторитет и слава. Товарищи выпускники, поздравляю вас с окончанием нашего училища, присвоением звания офицера и летчика морской авиации! Ура! 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 «Звезды на крыльях». Этот художественный фильм был снят на базе Ейского военно-морского авиационного училища в 1955 году. Для многих курсантов он стал знаковым. В морскую авиацию ЕВАОЛ ежегодно направляла группу своих выпускников даже после того, как перешло из структуры военно-морского флота в подчинение военно-воздушных сил. Более 30 лет авиации военно-морского флота командовали выпускники Ейского училища. Ну, к примеру, 12 лет авиации флота командует Евгений Николаевич Преображенский. Его сменяет еще на 12 лет Борзов Иван Иванович. Еще на 10 лет Борзова сменяет герой Советского Союза выпускник Мироненко. То есть 3 героя Советского Союза, 3 выпускника последовательно более 30 лет командуют авиацией военно-морского флота. И сегодня авиацией флота командует выпускник училища 1982 года Игорь Сергеевич Кожин, герой России. Сколько я помню себя, я хотел быть летчиком. Причем самое интересное, что хотел быть морским летчиком. Ленинград охраняли с моря, и вообще как бы основная ударная сила в авиации была это морские летчики. И смотря фильмы там в небе Ленинграда и прочего, мне очень хотелось быть именно летчиком-истребителем. И когда встал вопрос о выборе, куда же мне пойти, то я четко совершенно понимал, что я пойду в летное училище. И шел в Ейское училище, думая, что это морское училище. Но так как ни странно получилось, что в 82-м году, когда я его заканчивал, у нас половина выпуска забрали морскую авиацию. То есть у меня мечта сбылась дважды. Ничуть не жалеет о том, что попал в свое время в морскую авиацию и Владимир Тепляков, бывший в 80-е годы командиром авиаполка самолетов с вертикальным взлетом на авианесущем крейсере. Рассказывая о своей службе, он скромно умалчивает о том, что, по сути, работа с борта авианосца считается вершиной летного мастерства. А были такие моменты, когда перед глазами вся жизнь проносилась? Они и сейчас проносятся. Моменты были, а у них никто и не знает. Мне даже супруга, и навряд ли я буду рассказывать. Куда с большей охотой Владимир Тепляков рассказывает о другом, вернее сказать о других. О выпускниках училища, внесших ощутимый вклад в укрепление и развитие морской авиации. Среди известных имен герои-летчики Игорь Кожин, Виктор Дубовой, Павел Кретов, Игорь Матковский. И, конечно, положивший начало палубной авиации Тимур Апакидзе, Виктор Пугачев, однокурсник Теплякова, выполнивший первый в отечественной практике посадку на палубу корабля. Сделал особенно для корабельной авиации. Впервые посадил самолет. Ну, взлететь там можно еще было, по моему усмотрению, относительно легко, а вот сесть было тяжело. На тяжелый несущий крейсер «Кузнецов». Ну, он сел и, кстати говоря, принял маленький грек на душу. Комиссия, большие, огромные чиновники были против. Еще не готов, еще нельзя. Ну, они там с ведущим специалистом в эфире, так сказать, перемолвились. И он
Понял. И сел. Его в шутку называли адмирал, рассказывает о своем воспитаннике Тимуре Апакидзе его летчик-инструктор Анатолий Слесарчук. А когда тот нечаянно повредил себе глаз, к прозвищу адмирал прилипло Нельсон. Он мог часами сидеть в самолете, отрабатывая тот или иной элемент. И если за что-то брался, обязательно доводил дело до конца. У него была своеобразная программа. Он, еще будучи курсантом, в тетради расписал, в каком году, какую должность, какое звание будет занимать и чем будет заниматься. То есть было уже курсантское время, им записано, что он будет летать из авианосца и примерно в каком году, как ясновидящий своего рода был. И над ним еще и шутили, потому что он постоянно ходил с этой тетрадью, никому не отдавал. Когда мы занимались первый курс физика, там, математика, он умнейший был парень. Он не занимался физикой лишние минуты и математикой, он занимался тактикой уже на первом курсе, занимался аэродинамикой. У человека была цель. Не как вот у нас, у всех в основном, была такая тактическая. Сегодня, завтра, этот вот. У него была стратегическая цель. На 10 лет, на 20 лет вперед. И он видел наше училище Ейское морским. Мы его не видели, а он видел. Юрий Соболь, друг и одногруппник Тимура Апакидзе, уже в детстве знал, что станет летчиком. Любовь к небу ему привил его отец, тоже авиатор. Высока была честь служить в училище и быть его воспитанником, говорит Юрий. Поэтому то, что на смену отцов приходили сыновья, потом и внуки, в училище было сложившейся традицией. Небо выбрало нас, сделай шаг за звездою, отогрей этот мир, дай ему этот шанс, оторвись от земли. Поднимись над собою, наше время пришло, наше время пришло, небо выбрало нас. Моя семья связана с высшим военным авиационным училищем Ейским уже 4 десятилетия и 3 поколениями. Мой отец, когда в училище работал, я всегда с завистью смотрела на вот это вот содружество военных. В принципе, я тогда не планировала сюда попасть. Получилось вот как-то так случайно, а потом, конечно, уже стремилась. Большие традиции училища, хорошее руководство, дисциплина. Все были подтянуты, все знали, что такое офицер, что такое офицерская честь. Честь, достоинство, верность офицерскому долгу для сотрудников и для выпускников училища – эти понятия не были пафосными словами, говорит Ирина Йена. Наверное, поэтому и оставила ЕВАОЛ столь заметный след в истории авиации. Возвращаясь же непосредственно к истории самого училища, нельзя не упомянуть одну дату – 1959 год. В этом году Ейское авиационное училище было преобразовано в Высшее. Произошло это не случайно. Опыт освоения реактивной техники показал необходимость принципиальных изменений в образовании, перестройка учебного процесса, создание научных и технических кафедр, новые лаборатории, тренажеры. В начале 60-х годов ейские авиаторы начали осваивать уже сверхзвуковые самолеты. Су-7 – один из своеобразных символов Ейского авиационного училища. Несмотря на то, что первые его модификации были несколько сыроваты, уже в 1963 году на нем сдавали летный экзамен часть курсантов первого выпуска летчиков-инженеров. В этом же 1963 году ейские авиаторы получили новый учебный самолет Л-29 чешского производства. За успешное освоение новой авиационной техники Таганрогский учебный авиаполк, который входил тогда в состав Ейского летного училища, был награжден орденом Красного Знамени. У нас три было полка: Приморско-Ахтарск, Ейский, Таганрог. Затем в 1966 году поменяли аэродром. И Приморско-Ахтарский узел весь отдали Краснодарское училище, а нам вместо этого дали Батайск. В 1969-70 году где-то появился четвертый полк, аэродром Зерноград, поскольку количество курсантов увеличилось, налет должен был быть больше. Общий налет курсантского состава составлял до 250 часов. Он каждый год увеличился примерно часов на 10-15, в зависимости от поставленных задач.
Через 10 лет после освоения самолета Су-7 на смену ему пришла более совершенная машина – истребитель-бомбардировщик Су-17. Пополнился самолетный парк училища и новым учебным самолетом Л-39. Не одновременно происходил переход на новые модели самолетов в разных полках. Однако главная задача – подготовка летных кадров для истребительно-бомбардировочной авиации – выполнялась училищем на отлично. По оценке наших вероятных друзей, американцев, французов, англичан, у нас была самая лучшая школа по подготовке летчиков всех видов авиации. Та система, гнездовая система по подготовке летчиков авиации по видам оправдывала себя. Американцы говорили, правда, что очень дорогое удовольствие, но оно на самом деле себя оправдывало. Готовились отдельные истребители, отдельно штурмовики, отдельно летчики дальней авиации. Это как раз и давало то, что в каждом гнезде выпистовывались настоящие соколы. Во всех уголках страны и даже за ее пределами о Ейском авиационном училище по сей день отзываются как об одном из лучших вузов. О его воспитанниках говорят как о надежных парнях, прекрасных летчиках и сильных духом воздушных бойцах. Всему миру известны имена таких испытателей, как Николай Садовников и Станислав Близнюк, Сергей Мельников и Магомед Толбоев, Иван Сухомлин, Анатолий Квочер. Стоит ли говорить, что все они – выпускники Ейской школы авиаторов? И именно здесь они учились не пасовать перед трудностями и добиваться поставленных целей. Главной школой жизни, научившей ответственности и мужеству, считает ЕВАУЛ и его выпускник 83-го года Алексей Таранов. И случай, что с ним произошел однажды, тому подтверждение. Когда на малой высоте у его самолета отказал двигатель, он, вопреки приказу катапультироваться, принял иное решение – посадить машину. Где-то на расстоянии километра, может быть, два с лишним, находился химический завод города Буденновска. И в случае нашего катапультирования не исключена возможность была падения самолета либо его обломков на сам химический завод. Ну и второе, по инструкции самолета Су-7У первым катапультироваться должен летчик-инструктор. И уже в последующем вторым курсант. Значит, высота, на которой мы находились, и отрицательная вертикальная скорость, они не гарантировали безопасность жизни курсанта. Если я катапультируюсь, то он мог не успеть. Поэтому мною было мгновенно принято решение о вынужденной посадке нашего самолета на колхозное поле. Для того, чтобы стать хорошим авиатором, нужна прежде всего смелость, говорил когда-то Михаил Ефимов, первый русский летчик. Но это, наверное, лишь составная часть. Умение принимать в считанные секунды единственно верное решение, без этого штурмующим небо, пожалуй, тоже не обойтись. Вся жизнь летчика – это риск. И хоть они себя героями чаще всего не считают, имена многих воспитанников Ейского летного училища имени Комарова стали символом величия духа, боевого мастерства, несгибаемой воли к победе. Говоря об имени училища, присвоенном ему в 1967 году, нельзя не сказать о том, что сам дважды Герой Советского Союза Владимир Комаров, вопреки расхожему мнению, здесь не учился. Зато в разное время его окончили такие известные летчики-космонавты, как дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков, Герой Советского Союза Беляев Шонин, вошедший в первый отряд космонавтов, Геннадий Падалко, Юрий Ануфриенко, Арнальдо Тамайо Мендес. В 2010 году совершил свой первый полет в космос герой России летчик-космонавт Максим Сураев. В 2013-м вернулись с орбиты Олег Новицкий и Евгений Тарелкин. И есть основания полагать, что на этом космическая история училища еще не закончилась. Крайний выпуск летчиков состоялся в ЕВАУЛ имени Комарова в 1992 году. С 1993 года Ейское училище было целиком перепрофилировано для подготовки специалистов по управлению воздушным движением. Все это начиналось в октябре 1993 года. Собрали нас здесь со всего бывшего Советского Союза специалистов по управлению воздушным движением. Благодаря полковнику Маслову, полковнику Жиганову, которые прибыли с Багировского училища, не приняв украинской присяги, приехали сюда, и была поставлена им задача сформировать училище или филиал по подготовке инженеров по управлению воздушным движением. Программу и все то, что наработалось в Багерово,
в Ставрополе. При подготовке инженеров по управлению воздушным движением в Соединенных Штатах Америки все это было обобщено, и буквально за одни сутки Маслов и Жиганов сделали структурно-логическую схему подготовки инженера по управлению воздушным движением. Ну и потом нужно было то, что мы умели делать сами, этому нужно было научить курсантов. Пытались сделать, ну я думаю, выпускники, которые уже служат в войсках, те лучше за нас скажут, как у нас это получилось. Очень большой вопрос в развитии системы управления решали автоматизированные системы управления авиацией. Эти системы с помощью главнокомандующего военно-воздушными силами, главкомата военно-воздушных сил, были поставлены в Ейское авиационное училище, где были развернуты совместно с представителями промышленности, и в базе подготовки, практической подготовки по управлению боевой авиацией, наведение на воздушные и наземные цели, конечно, будущие офицеры-курсанты обучались на той технике, на том вооружении, которое было в войсках. Специалисты были в полном объеме обучены, инженерно-педагогический состав подготовленный. Все педагоги были, ну, минимум, доценты, кандидаты военных наук, инструктора управления и подготовки расчетов. Все практически 100% были участниками боевых действий. Было кому учить и было на чем учить. Поэтому можно гордиться, что практически во всех локальных конфликтах мы потеряли только одного нашего выпускника. Семен Соболь, отправившись как авианаводчик в регион Северного Кавказа, он трагически погиб от рук бандитов, приняв неравный бой. Указом президента он был посмертно награжден орденом мужества. Семен Соболь – выпускник 1997 года. Именно тогда состоялся первый выпуск офицеров по новой специальности. И надо сказать, что Ейское училище, а в то время оно являлось филиалом Краснодарского, было единственным в стране заведением ВВС, выпускающим таких специалистов. Говоря же о том, как часто в 90-е годы менялось название Ейской кузницы авиаторов, она была филиалом и Качинского, и Краснодарского военных училищ, затем филиалом Военно-воздушной академии имени Гагарина, потом снова авиационным училищем имени Комарова, нельзя к чести его специалистов не отметить, что как бы ни меняло летное училище свой профиль, и какие бы новые имена ему не присваивали высшие чины, его традиции никуда не исчезали, не теряли с годами они своей значимости и не становились для летчиков просто красивыми словами. Училище всегда придавало большое значение воспитательной работе. Подготовка не просто офицеров, а подготовка инженеров человеческих душ. Мы всегда думали о том, кого будет представлять наш офицер в строевых частях. И это главное, потому что мы готовили не просто летчиков, не просто специалистов управления воздушным движением, а мы готовили именно офицеров. Офицер по предназначению – это человек, который готовый к выполнению всех поставленных задач отечественным государством. Я здесь научился летать, научился основной профессии Родину защищать. И считаю, что знания, которые были получены, с честью оправданы были в моей деятельности дальнейшей. Но я считаю, все-таки наши авиаторы и училище, и мы гордимся все-таки выпускниками. За каждым выпускником это человек, и многие из них достигли высоких должностей, в том числе и наш главнокомандующий, выпускник 1966 года, генерал армии Михайлов, в том числе и нынешний командующий авиации Черноморского флота. И зам главкома также был наш выпускник, генерал-полковник Зарудин. Командующий 4-й армии ВСПВ тоже наш выпускник, генерал-лейтенант Горбис. И начальником училища до меня был тоже наш выпускник, заслуженный военный летчик, генерал-майор Милеев. Так что самая большая ценность – это наши люди, наши выпускники. По всей видимости, так качественно готовили людей. Потому что куда ни глянь, первый герой Советского Союза наш, первый командир полка, который атаковал Берлин в 41-м году в августе месяце. Везде наши первые, как этим не гордиться. Поэтому в этом отношении, в общем-то, это не искусственная любовь, это настоящая любовь.
Ну и вся жизнь, если связана с этим училищем, как же не гордиться. Большую часть времени я провела в этом училище. Это были и по годам счастливые годы, и по работе это были счастливые годы. Я с удовольствием ходила на работу, а это, ну, вот в нашей жизни это очень много значит. Радость от работы, наверное, лучше ничего не придумаешь. Потом чувство товарищества. Очень хорошие были друзья, хорошие отношения к себе. Это была замечательная школа. И дружбы, и взаимодействия, и поддержки, и вообще как бы становления человеческого. Очень замечательные были преподаватели, летчики, инспектора, инструктора, которые у нас возили. Очень хорошо помню всех своих инструкторов. Вот человек, который выпускал меня на самолете Су-7Б, Несов Евгений, он здесь до сих пор работает в Ейске, и мы с удовольствием с ним вот часто видимся, и в том числе и сегодня, и вчера виделись. Поэтому что училище для меня это очень важно. Это, если бы еще надо было начинать, я бы начал еще раз так же. В свое время, в 87-м году, я приехал в Ейск, и вот на железнодорожном вокзале всех приезжающих, в том числе меня, встречала надпись «Ейск – город-курорт, город-труженик, город крылатых героев». Да, именно городом крылатых героев стали называть Ейск практически сразу, как здесь была образована школа морской авиации. И к складу традиций, что был замешан на доблести и чести всех поколений, здесь всегда относились особо. Более 30 тысяч путевок в небо выдало училище своим воспитанникам. И в то время, как молодая элита вооруженных сил пробивала себе дорогу в будущее, поднимала культурно-нравственный престиж нашей армии, а также укрепляла ее боевые рубежи, Высшее военное училище уже готовило новые летные кадры. Около 400 воспитанников Ейской кузницы авиаторов выросли в крупных военачальников. 252 героя Советского Союза, 6 дважды героев, 36 героев России, летчики-космонавты, летчики-испытатели, герои палубной авиации, имена которых знает весь мир. В большом и уникальном музее училища хранится история о каждом из них. Героических и поистине впечатляющих страниц здесь немало. Вот, к примеру, китель маршала Ивана Борзова, а вот костюм Владимира Джанибекова. Личная вещь одного из первых морлетов – генерал-лейтенанта авиации Петрова, документы Лепетевского, несколько тысяч фотографий, более 500 подлинных экспонатов. Неудивительно, что, переступая этот порог, редкий мальчишка не мечтает стать летчиком. Мне понравилось костюм космонавта, самолеты. Я хочу стать летчиком. Впрочем, грезят о небе некоторые из девочек. Тем более, что в 2008-2009 годах по экспериментальной программе наряду с юношами специальность управления воздушным движением осваивали здесь и представители прекрасной половины человечества. Заканчивали обучение девушки, правда, в другом городе. 95-летний юбилей, который отметило училище в 2010 году, стал последним большим праздником в этом учебном заведении. Товарищ полковник, Ейское высшее военное ордена Ленина авиационное училище имени Владимира Михайловича Комарова по случаю празднования 95-летия со дня своего образования построено. Училище сегодня еще есть, но, к сожалению, в ближайшем будущем его не будет. И это очень, говорится, нас опечаливает, потому что кузница была очень серьезнейшая, подготовила очень серьезных многих поколений летного состава. А если с историей брать, то она готовила еще и техников. Легко понять, что чувствовали выпускники училища, сотрудники, руководящий состав, когда узнали о расформировании славной кузницы авиаторов. Никто не мог поверить, что выстроенная в течение столетия, проверенная опытом побед система подготовки летных кадров может быть разрушена в одночасье. Но слухи, увы, имели под собой реальную основу. 1 сентября 2011 года Ейское авиационное училище прощалось со знаменем.
Сегодня на базе училища функционирует Центр морской авиации, аэродром и вся инфраструктура Ейского авиационного училища, а также его музей и вековые традиции были, можно сказать, бережно переданы морским авиаторам из рук в руки. Несмотря на определенные трудности и даже потрясения, сопровождающие подобные перетрубации, худшего, что случилось со многими другими расформированными войсковыми частями и учреждениями, как считают ветераны училища, не произошло. Пусть в другой ипостаси, но история морской авиации у берегов Азовского моря продолжается. Я подтверждаю, что руководство центра, они все делают для того, чтобы быть достойным славы Ейского училища. Ветераны военно-морской авиации вступают в наш совет, и мы теперь и называемся Совет ветеранов морской авиации и Ейского высшего военно-авиационного училища летчиков. То бишь связь не теряется, и связь будет продолжена. Раз получилось так, что военно-морской центр морской авиации пришел сюда, то это, безусловно, продолжатель Ейского училища. И мы уже написали ходатайство на Верховного Главнокомандующего о том, чтобы все наименования почетные Ейского училища были присвоены Ейскому центру, который на сегодняшний день успешно развивается, я думаю, что будет все идти дальше. Как морской, как продолжатель того дела, которое Ейское училище было заложено в свое время. Геннадий Падалко, Юрий Ануфриенко, Арнальдо Тамайо Мендес. В 2010 году совершил свой первый полет в космос герой России летчик-космонавт Максим Сураев. В 2013-м вернулись с орбиты Олег Новицкий и Евгений Тарелкин. И есть основания полагать, что на этом космическая история училища еще не закончилась. Крайний выпуск летчиков состоялся в ЕВАУЛ имени Комарова в 1992 году. С 1993 года Ейское училище было целиком перепрофилировано для подготовки специалистов по управлению воздушным движением. Все это начиналось в октябре 1993 года. Собрали нас здесь со всего бывшего Советского Союза специалистов по управлению воздушным движением. Благодаря полковнику Маслову, полковнику Жиганову, которые прибыли с Багировского училища, не приняв украинской присяги, приехали сюда, и была поставлена им задача сформировать училище или филиал по подготовке инженеров по управлению воздушным движением. Программу и все то, что наработалось в Багирово, в Ставрополе, при подготовке инженеров по управлению воздушным движением в Соединенных Штатах Америки, все это было обобщено. И буквально за одни сутки Маслов и Жиганов сделали структурно-логическую схему подготовки инженера по управлению воздушным движением. Ну и потом нужно было то, что мы умели делать сами, этому нужно было научить курсантов. Пытались сделать, ну я думаю, выпускники, которые уже служат в войсках,
те лучше за нас скажут, как у нас это получилось. Очень большой вопрос в развитии системы управления решали автоматизированные системы управления авиацией. Эти системы с помощью главнокомандующего военно-воздушными силами, главкомата военно-воздушных сил, были поставлены в Ейское авиационное училище, где были развернуты совместно с представителями промышленности, и в базе подготовки, практической подготовки по управлению боевой авиацией, наведение на воздушные и наземные цели, конечно, будущие офицеры-курсанты обучались на той технике, на том вооружении, которое было в войсках. Специалисты были в полном объеме обучены, инженерно-педагогический состав подготовленный. Все педагоги были, ну, минимум, доценты, кандидаты военных наук, инструктора управления и подготовки расчетов. Все практически 100% были участниками боевых действий. Было кому учить и было на чем учить. Поэтому можно гордиться, что практически во всех локальных конфликтах мы потеряли только одного нашего выпускника. Семен Соболь, отправившись как авианаводчик в регион Северного Кавказа, он трагически погиб от рук бандитов, приняв неравный бой. Указом президента он был посмертно награжден орденом мужества. Семен Соболь – выпускник 1997 года. Именно тогда состоялся первый выпуск офицеров по новой специальности. И надо сказать, что Ейское училище, а в то время оно являлось филиалом Краснодарского, было единственным в стране заведением ВВС, выпускающим таких специалистов. Говоря же о том, как часто в 90-е годы менялось название Ейской кузницы авиаторов, она была филиалом и Качинского, и Краснодарского военных училищ, затем филиалом Военно-воздушной академии имени Гагарина, потом снова авиационным училищем имени Комарова, нельзя к чести его специалистов не отметить, что как бы ни меняло летное училище свой профиль, и какие бы новые имена ему не присваивали высшие чины, его традиции никуда не исчезали, не теряли с годами они своей значимости и не становились для летчиков просто красивыми словами. Училище всегда придавало большое значение воспитательной работе. Подготовка не просто офицеров, а подготовка инженеров человеческих душ. Мы всегда думали о том, кого будет представлять наш офицер в строевых частях. И это главное. Потому что мы готовили не просто летчиков, не просто специалистов управления воздушным движением, а мы готовили именно офицеров. Офицер по предназначению – это человек, который готовый к выполнению всех поставленных задач отечественного государства. Я здесь научился летать, научился основной профессии Родину защищать. И считаю, что знания, которые были получены, честью оправданы были в моей деятельности дальнейшей. Но я считаю, все-таки наши авиаторы и училище, и мы гордимся все-таки выпускниками. За каждым выпускником это человек, и многие из них достигли высоких должностей, в том числе и наш главнокомандующий, выпускник 1966 года, генерал армии Михайлов, в том числе и нынешний командующий авиации Черноморского флота. И зам главкома также был наш выпускник, генерал-полковник Зарудин. Командующий 4-й армии ВСПО тоже наш выпускник, генерал-лейтенант Горбис. И начальником училища до меня был тоже наш выпускник, заслуженный военный летчик, генерал-майор Милеев. Так что самая большая ценность – это наши люди, наши выпускники. По всей видимости, так качественно готовили людей. Потому что куда ни глянь, первый герой Советского Союза наш, первый командир полка, который атаковал Берлин в 41-м году в августе месяце, везде наши первые, как этим не гордиться. Поэтому в этом отношении, в общем-то, это не искусственная любовь, это настоящая любовь. Ну и вся жизнь, если связана с этим училищем, как же не гордиться. Большую часть времени я провела в этом училище. Это были и по годам счастливые годы, и по работе. Это были счастливые годы. Я с удовольствием ходила на работу. А это, ну, вот в нашей жизни это очень много значит. Радость от работы, наверное, лучше ничего не придумаешь. Потом чувство товарищества. Очень хорошие были друзья. Хорошие отношения к себе. Это была замечательная школа.
и дружбы, и взаимодействия, и поддержки, и вообще как бы становления человеческого. Очень замечательные были преподаватели, летчики, инспектора и инструктора, которые у нас возили. Очень хорошо помню всех своих инструкторов. Вот человек, который выпускал меня на самолете Су-7Б, Несов Евгений, он здесь до сих пор работает в Ейске, и мы с удовольствием с ним вот часто видимся, и в том числе и сегодня, и вчера виделись. Поэтому что училище для меня это очень важно. Это, если бы еще надо было начинать, я бы начал еще раз так же. В свое время, в 87 году, я приехал в Ейск, и вот на железнодорожном вокзале всех приезжающих, в том числе меня, встречала надпись «Ейск – город-курорт, город-труженик, город крылатых героев». Да, именно городом крылатых героев стали называть Ейск практически сразу, как здесь была образована школа морской авиации. И к складу традиции, что был замешан на доблести и чести всех поколений, здесь всегда относились особо. Более 30 тысяч путевок в небо выдало училище своим воспитанникам. И в то время, как молодая элита вооруженных сил пробивала себе дорогу в будущее, поднимала культурно-нравственный престиж нашей армии, а также укрепляла ее боевые рубежи, высшее военное училище уже готовило новые летные кадры. Около 400 воспитанников Ейской кузницы авиаторов выросли в крупных военачальников. 252 героя Советского Союза, 6 дважды героев, 36 героев России, летчики-космонавты, летчики-испытатели, герои палубной авиации, имена которых знает весь мир. В большом и уникальном музее училища хранится история о каждом из них. Героических и поистине впечатляющих страниц здесь немало. Вот, к примеру, китель маршала Ивана Борзова, а вот костюм Владимира Джанибекова. Личная вещь одного из первых морлетов генерал-лейтенанта авиации Петрова. Документы Лебедевского, несколько тысяч фотографий, более 500 подлинных экспонатов. Неудивительно, что, переступая этот порог, редкий мальчишка не мечтает стать летчиком. Мне понравилось костюм космонавта, самолеты. Я хочу стать летчиком. Впрочем, грезят о небе некоторые из девочек. Тем более, что в 2008-2009 годах по экспериментальной программе наряду с юношами специальность управления воздушным движением осваивали здесь и представители прекрасной половины человечества. Заканчивали обучение девушки, правда, в другом городе. 95-летний юбилей, который отметило училище в 2010 году, стал последним большим праздником в этом учебном заведении. Товарищ полковник! Ейское высшее военное ордена Ленина авиационное училище имени Владимира Михайловича Комарова по случаю празднования 95-летия со дня своего образования построено. Училище сегодня еще есть, но, к сожалению, в ближайшем будущем его не будет. И это очень нас опечаливает, потому что кузница была очень серьезнейшая, подготовила очень серьезных многих поколений летного состава. А если с историей брать, то она готовила еще и техников. Легко понять, что чувствовали выпускники училища, сотрудники, руководящий состав, когда узнали о расформировании славной кузницы авиаторов. Никто не мог поверить, что выстроенная в течение столетия, проверенная опытом побед система подготовки летных кадров может быть разрушена в одночасье. Но слухи, увы, имели под собой реальную основу. 1 сентября 2011 года Ейское авиационное училище прощалось со знаменем. Сегодня на базе училища функционирует Центр морской авиации. Аэродром и вся инфраструктура Ейского авиационного училища, а также его музей и вековые традиции были, можно сказать, бережно переданы морским авиаторам из рук в руки. Несмотря на определенные трудности и даже потрясения, сопровождающие подобные перетрубации, худшего, что случилось со многими другими расформированными войсковыми частями и учреждениями, как считают ветераны училища, не произошло.
пусть в другой ипостаси, но история морской авиации у берегов Азовского моря продолжается. Я подтверждаю, что руководство центра, они все делают для того, чтобы быть достойным славы Ейского училища. Ветераны военно-морской авиации вступают в наш совет, и мы теперь и называемся Совет ветеранов морской авиации и Ейского высшего военно-авиационного училища летчиков. То бишь связь не теряется, и связь будет продолжена. Раз получилось так, что военно-морской центр морской авиации пришел сюда, то это, безусловно, продолжатель Ейского училища. И мы уже написали ходатайство на Верховного Главнокомандующего о том, чтобы все наименования почетные Ейского училища были присвоены Ейскому центру, который на сегодняшний день успешно развивается, и я думаю, что будет все идти дальше. Как морской, как продолжатель того дела, которое Ейское училище было заложено в свое время.